Делегация из Мордовии приехала в Ульяновск налаживать деловые связи. Промышленность города на семи ветрах заинтересовала соседей. Губернатор Ульяновской области поприветствовал делегацию на круглом столе в Центре компетенций развития промышленности. В современных условиях нам важно не конкурировать, а находить новые точки соприкосновения, дополнять друг друга. Именно развитие горизонтальных связей сейчас принесет успех. Глава республики Артем Сдунов и руководители мордовских индустриалов отправились на экскурсию по местным заводам. Предприятие акционерного общества «Оникс» производит железобетонные изделия для строительства жилых домов. В основном это бетонные плиты. Мощность производства – более 2000 квадратных метров в месяц. Один из визитеров заинтересовался продукцией «Оникса». Мы проводим большую работу по изучению рынка, по поиску поставщиков, по оценке качества производственных мощностей, по их загруженности. Вот сегодня как раз была поездка на один из таких заводов, очень интересный оснащенный завод. В Ульяновск приехали и представители акционерного общества «Орбита». Это оборонная промышленность. В основном заводы этого холдинга выпускают полупроводниковые приборы. Помимо этого, у нас на этой же базе существует производство для автоэлектроники. Это блоки выпрямительные и регуляторы напряжения. Одной из целей поездок было как раз-таки пообщаться с представителями УАЗа для того, чтобы наша комплектация могла попасть в их генераторы. На данный момент эта работа ведется. У нас изготовлена опытная партия, поставлена в генераторы, и на данный момент это все проходит опробование. Представители «Орбиты» также планируют сотрудничать с акционерным обществом «Контактор». Напомним, завод входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Продукция используется не только на предприятиях энергоемких отраслей страны, но и за рубежом. «Контактор» выпускает широкий ассортимент изделий, в число которых входит модульное оборудование, традиционные выключатели и электроаппаратура специального назначения. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.